Раскрыта стоимость всех версий флагмана Galaxy S10. Цена самой младшей версии линейки будет стартовать от 779 евро. При этом цены, в зависимости от рынка, могут меняться. В сети появилась информация о ценах на все версии гаджетов флагманской линейки Samsung Galaxy S10. Как известно, она включит в себя три смартфона: Galaxy S10 или Lite, Galaxy S10 и Galaxy S10. Об этом пишет Slashgear. Младшая версия или Galaxy S10, получит экран 5,8 дюйма и две камеры. Он будет иметь единственную версию, стоимость которой составит 779 евро. Модель Galaxy S10 с 6,1-дюймовым экраном, одинарной селфи-камерой и тройной основной камерой, получит две модификации, с 6 ГБ АЗУ 128 ГБ и 8 ГБ АЗУ 512 ГБ. Стоимость их составит 929 и 1179 евро соответственно. Больше всего версий получит топовая модель Galaxy S10, которую оснастят 6 ГБ АЗУ 128 ГБ, 8 ГБ АЗУ 512 ГБ или 12 ГБ АЗУ 1 ТБ. Стоимость их составит 1049 евро, 1290 евро и 1599 евро. При этом цены могут меняться в зависимости от региона и рынка. Ранее сообщалось, что флагман Samsung Galaxy S10 Plus показали на реальном живом снимке. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.